эфире «Новости сейчас», студия Артем Михаленко. Добрый день. Белорусско-украинские отношения, перспективы сотрудничества Минска и Киева, выстраивание диалога с новым президентом и роль Беларуси в регулировании конфликта на Донбассе. Большой откровенный разговор Александра Лукашенко с представителями крупнейших украинских СМИ идет в эти минуты. Украина – важнейший сосед Беларуси, один из главных торгово-экономических партнеров. Именно поэтому отношения с ней всегда были в приоритете. На встрече обсуждаются самые злободневные темы. Я не раз говорил, что Беларусь крайне заинтересована в прочном мире стабильности у наших украинских друзей. Эта позиция базируется не только на платформе добрососедства. Нынешний конфликт на востоке Украины – это боль в сердцах и наших белорусов. Наша боль. Не устану повторять. Мы делаем и будем делать далее все от нас зависящее для достижения мира в Украине. Вот обеспечение работы трехсторонней контактной группы в Минске, оказание гуманитарной помощи до участия в восстановлении инфраструктуры Донбасса. Мы предпримем любые шаги, которые помогут приблизить нас к миру. Те шаги, которые нужны будут участникам этого конфликта и прежде всего украинскому народу. На протяжении этих неспокойных лет Беларуси и Украине удалось сохранить доверительные отношения и даже усилить сотрудничество. Наша страна по-соседски подставила плечо десяткам тысяч украинских беженцев, прикладывает максимум усилий для сохранения мира в регионе, предоставив площадку для диалога. Все подробности в наших следующих выпусках. Следите за новостями. Арина Соболенко в эти минуты борется в китайском Ухане за выход в полуфинал соревнований. Призовой фонд почти 3 миллиона долларов. Соперница у первой ракетки Беларуси занимает 50-ю строчку в мировом рейтинге. Это 20-летняя Ирина Рыбакина из Казахстана. Отмечу, вчера у оппонентки был день отдыха. Матч 1/8 финала она не играла из-за отказа Симоны Халеп. Но пока это преимущество ей не помогает. Первый сет остался за Соболенко. 6-3. Идет вторая партия. Эти кадры мы получаем в режиме реального времени. Прямую трансляцию из Китая ведет телеканал «Беларусь-5». Также на турнире в Китае, но в городе Чэнду, за выход в четвертьфинал проводит матч Егор Герасимов. У первой ракетки страны среди мужчин намечается непростой поединок с игроком из топ-20 мирового рейтинга, американцем Джоном Изнером, он 19-й. Тогда как Герасимов в начале этой недели поднялся на 98-ю позицию. Призовой фонд местных соревнований чуть более миллиона долларов. В порту норвежского города Тромсе загорелся российский траулер «Бухта-наездник». Экипаж из 29 человек был экстренно эвакуирован. 12 моряков доставлены в больницу с признаками отравления. Пламя не удавалось взять под контроль всю ночь. Ситуация усугублялась тем, что на борту судна находилось около 200 кубометров топлива. Этим утром корабль опрокинулся, а на поверхности осталась видна лишь часть борта. Пожарные продолжают заливать траулер водой. Существует опасность загрязнения прибрежных вод топливом. Новая информация у моих коллег в 15 часов. Хорошего и успешного дня.